внешний показ будет благотворительная акция. Акция, в которой принимают участие самые-самые популярные женщины в Израиле. Это жена мэра Тель-Авива, знаменитая актера из театра «Авива», из театра «Гешер». Это журналисты, это просто женщины, которые хотят нести свою лепту тем женщинам, которым... Я пришлось, наверное, на предложение участвовать в показе Crazy Line, потому что это акция, собранные деньги идут в защиту женщин, страдающих от насилия, что всегда чудовищно. Я, в общем, рада отдать этому свой голос. תודה רבה לכולם.